Бамбук, немного клея и фантазия, и готов сувенир, который станет хорошим подарком или украшением для дома. Сегодня химчане узнали, как создать миниатюрную модель колодца. Провел встречу Артем Садков. Клеит модели зданий он уже очень давно. Говорит, такой способ провести время пока не очень распространен, поэтому делает все, чтобы популяризировать свое увлечение. У всех есть инструменты и карандаши. Наша задача создать с вами 12 бамбуковых палочек широких. У всех они есть. Отлично. Широких палочек 12 штук по 3 сантиметра. Здесь важна точность движений и усидчивость. Иногда на создание таких поделок могут уйти месяцы. На мастер-классе жители справились за час. Такие встречи проводят в Химках регулярно. О месте и времени их проведения можно узнать из газеты «Химкинские новости», в социальных сетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте.